Я хочу вам показать, чем отличаются вот эти два серых гусака, как вы говорите. Ну, многие говорят. Вот посмотрите, вот этот стоит боком, вот сюда вот носом. Вот это я считаю гусак. У него, смотрите, какая шишка на лбу. А вот та вот, ой, где она? Вот это с правой стороны. У нее шишки-то даже нету. Вы видите? Я считаю, что это гусыня. Просто здоровая большая гусыня. Вот нету у нее шишки такой. И у белой нету такой большой шишки. Хотя, знаете, если посмотреть по брюху, то два серых одинаковые. У них две складки как бы. А вот у белой одна складка. Вот такие складки обычно у гусынь бывают. Поэтому, может быть, не знаю даже, что и может быть. Мне же никто не пишет, как вот отличить по внешнему виду гусыня или гусак. И вы смотрите, если два серых гусака вместе ходят с одной гусыней, и у них драк нету, это же о чем-то говорит тоже, да? Ну, как-то вот так, короче говоря. Не знаю. Но вот эта белая точно гусыня. Видите, какое брюшко у нее? А там клювы разные. Может быть, вот тот дальний гусак и не гусак, и не гусыня, а так большая птица. Поэтому придет время, придется кого-то убрать. Ну, кого-то, только одного. А одного оставить с белой гусынькой. Вот у белой гусыньки и вот у той серой, которая дальняя, у них носы одинаковые. Прям абсолютно одинаковые. Только цвет разный. А брюшки разные. И тут вот у меня сомнения. Посмотрю на брюшки, сомнения берут. Посмотрю на клюв, никаких сомнений нет, что вон там вон серая гусынька. Ну вот, в общем, кто знатоки? Подскажите, пожалуйста, как определить по внешнему виду? Потому что зрители много пишут. Кто говорит гусыня? Кто говорит гусак? И прям категорично. Гусак. Они пишут, как определяют. Ну, хоть бы немножечко написали, как можно определить по внешнему виду. Я имею в виду вот тех людей, которые держат также гусей давно, и вот эту породу держат. У нас-то это холмогоры первый раз появились, первый год. У нас не было таких, поэтому я не могу определить. Я не знаю еще. Знатоки, ответьте мне на мой вопрос. Значит, это его девки, да? Раз он отгонял. Значит, это его девка. Раз он отгонял того гусака. А я откуда знаю? Может быть, все. Может, он никому их не отдаст. Но он спокойненько отошел. Все. Но они разделят между собой. Пять гусынь. Что, не разделят, что ли? Ладно, пускай. На улице метет. Давай загонять будем. Ты здесь стой, не пускай, а я их туда. Нет, ты сюда, сюда. Холмогоров сюда? Куда, куда? Ну все, там иди ищи, жди. Все, хватит бегать.
Нагулялись, нагулялись.